если честно, я сначала не поверила. Я до последнего думала, что это может быть не что-то, ну, неправда какая-то. Может быть, это ненадолго, там, на 2 недели буквально. Может, ну, вообще так быстро, конечно, не решаются такие вопросы. Хуже всего он сказывается на обычных простых людях, потому что Россию с Грузией связывают действительно многовековые связи, да. Но я сама там родилась, прожила 20 лет, я училась в русской школе, но русских людей у нас, дай бог, было человек 5-7. То есть там и грузины, и армяне, и азербайджанцы были, и никогда не было какого-то негатива вообще. И поэтому, ну вот, мне кажется, больнее всего это ударило именно по каким-то близким родственным связям. Хорошо в Грузии. Какой-то дальнейшей перспективе. И город полный иностранных туристов, слышишь. Ну, конечно, любые запреты на туризм влияют очень плохо. Да, мы, к сожалению, уже несколько лет назад проходили запреты на прямые полеты в Грузию. И можно сказать, уже имея этот опыт, что люди все равно в Грузию летят. В общем, я думаю, что все в Грузии будет хорошо. И замечательный рейс сделали грузины. Технической посадкой в Ереване. Очень большое количество российских граждан приезжали в Грузию на своих машинах. Вот на это запреты на авиасообщение никак не повлияют. Вот, и многие люди, отдыхающие в Сочи, ездят на экскурсии на несколько дней в Грузию на автобусах. На это тоже не повлияет. Вот. Так что повлияет, но, конечно, не смертельно для грузинской туриндустрии.